И в продолжение выпуска новости зарубежья. Ни дня без рекорда. Российский рубль пролетел отметку 84 за доллар. Биржевый курс доллара на сегодня 84 рубля 53 копейки. И это не предел, говорят эксперты. Курс евро 92 рубля 16 копеек. Об этом пишет 0642. Из-за крутого пике деревянной валюты в России вслед за бунтом дальнобойщиков разгораются кредитные протесты по всей стране. Россияне врываются в банки и требуют пересмотреть кредитные условия из-за курса рубля. Бунт валютных заемщиков снял и выложил в сеть телеканал «Дождь». На видео хорошо видно, как разъяренные клиенты московского банка врываются в офис. Мы идем!